Привет-привет, друзья! Вы на канале Милый Ёжик, с вами Дмитрий, Деп Скайдриликс. Чем глубже в космос, тем больше проблем появляется, но у нас есть чем решать эти проблемы. У нас есть чем решать эти проблемы, чем бороться. Это раскалыватель, это каратель и это путепробоец. В общем, будем карать, путепробиваться и, конечно же, раскалывать. Отправимся мы на Партипайл. Закрываем КПК, прогреваем двигатели и вылетаем. Последний раз, когда я... то есть не последний, ну да, да, прошлый раз, когда я быстренько эвакуировался с этого реликта, за мной гнался огромный червь, и у него там были, не знаю, трое, по-моему, его детишек. Он, наверное, просто обучал их охоте, смотри, говорит, смотрите, дети, какие жирные мусорщики, давай их догоним и, конечно же, отнесем свое гнездо. Так, ну и что, куда мы пойдем? Может быть, информацию отнесем? А нет, здесь эти мученики, которые меня просто замучают. Может быть, двинемся дальше? Выбрать посадочную зону для начала, да? Открыть КПК. И что? И что? Нет, сюда я что-то не хочу идти. Знаешь, пошли вот так, аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Обнаружена скрытая угроза, где-то ловушка. А может быть, вверх все-таки пойдем? Блин, ну здесь налетчики-осквернители 6-го, 7-го. А мы, собственно, их не боимся, да? Осквернитель, тебя ждет мучительная агония, говорит он нам. Мучительная, ах, мучительная, мучительная. Что там у вас, налетчики, дорогие магии? Сопротивляемость урону... Критическое. Ну, оглушению, главное, вы не сопротивляетесь, не сильно уклоняетесь. Нечестный прием, режущая сеть, охранная турель, увеличение щитов. Давай вот М-граната. Нейронный шок. Может быть, но нет, сначала пристрелочка, кого мы будем карать? Кого мы будем карать? Давай так. И прицельный выстрел. Ну, неплохо так, неплохо. 12. И, кстати, да, да, агрессивный взмах. Они тоже достаточно хорошо пробивают. Удар о землю, наверное, все-таки будет не лишним. Давай куда-нибудь вот, вот, вот так. Нет, ну выше, выше, вот так. О, ничего себе. Даже один где-то потерялся. Нечестный прием. Быстрый, наверное, удар. Бьем по-быстрому. И бьем еще раз. Хорошо. Давай умиротворим. Осквернителя. Ну что, может быть, агрессивный взмах даже не помешает. Кольтик. Нечестный прием. Галина. Нейронный шок. А? Пятерочка осталась. А насколько он глушится? Все.
И что нам? Маленький аккумулятор, стрелковое оружие, инструмент для поиска. Дальность сканирования тоже. Как бы вот неплохая эта штука. Подожди, это дорогие, по высокой цене. Стрелковое оружие. Инициатива, усилитель присутствия. Но это не про нас. Здесь смотри, поиск ресурсов и дальность сканирования. Может быть взять, может быть у меня там стоит режущая сеть, но все-таки может быть заменить ее. Подожди. Поддержка. Дальность сканирования. Ну тогда пускай... я про вот это. Нет. Поиск ресурсов, создание припасов. Может быть... 14 урон и дальность сканирования. Пускай будет вот это. Пускай будет. Закрыть. Пойдем разгребать мусор. Я думаю, что с помощью энергии будем разгребать. Я не знаю, вдруг всякие разные там ловушки мне попадутся. И хотя бы будет... Будет чем их обезвреживать. Потрясение, акустический удар, оружие ближнего боя. Минусы, инициатива, перегрузка оружия. Ну, неплохо, неплохо. Забрать. Как приятно порыться в мусоре. Свежем мусорке. Ну, куда-нибудь вверх, я думаю, что направимся. Просто рассмотрим этот. Где-то здесь, наверное, еще одна будет посадка. Возможно, а может быть и нет. Посадочная зона. Избыток энергии, консоль с данными. Вы обнаруживаете исправную консоль. Она ждет вашей команды и восполнит запас энергии. Сканировать. Конечно, разблокировать. В общем, все по порядку. Уйти. Отлично. Идем вглубь. Углубляемся вглубь этого реликта. Что нам достается? Оружейный инструмент. 7 урона. Забираем. Разгребаем этот мусор. Боже мой. С этого реликта будет очень много мусора. Я прям чувствую прибыль. Прибыль. Огромную. И вот площадка, да? Доступна. Но мы возвращаться еще пока не готовы. Еще не набили карманы. Не хотел я увеличивать эти... то есть объем рюкзака своего, но, наверное, придется. Кто это? Некростражик, ты мой дорогой. Ты мой дорогой некростраж. Ваши существа временно... Существование временно, мое вечное. Ну и хорошо. Вот я никогда не дрался при слабой гравитации. Я не знаю, как на что это вообще влияет. Давай быстрый удар. Может быть, снижен урон? Возможно. Кислотный. Щитов у него много. Много щитов. Ну что делать? Много и много. Умиротворение, зато у меня есть. Подпитка. Пускай будет даже режущая сеть. Давай усилитель восприятия. И
обжигающий удар. 38. Слабовато, слабовато. Ну, гравитация, адреналиновая инъекция. Давай умиротворение. Удар. А землю? Что там, нечестный прием? Когда ж он, бедняки, походит, а? Пристрелочка. Шквал. Давай-ка обжигающий. Вот. И то промахнулся. Он бедолага. Шесть. Галина. Выстрел в упор. Так. Что нам достается? Урон, тяжелая взбучка, одиночный удар. Все это хорошо, но останется в рюкзаке. Это что еще? Еще один некростраж? Да ну, это что тут, гнездо некростражев, что ли? А это мученики. А это мученики. Не знаешь, я, наверное, схожу к некростражу. Пока что. К следующему. Сейчас вы умрете. Приготовиться к бою. Давай, режущий. Сеткой опутаем этого некростража. Умиротворение. Удар, поиск уязвимостей. Давай поиск уязвимостей. Кислота. Адреналиновая, наверное, инъекция. 32. Щитов просто сразу нет. Махом их сняла. Ему нельзя давать, ему нельзя давать бить. Если он начнет вот такие вот выкрутасы. Давай провокация, наверное. Давай пробуем удар о землю. Он сопротивляется оглушению, поэтому ничего у нас с этим не получится. Тройной выстрел. Неплохо, неплохо, неплохо настреляли. Перегрузка. Ну, давай попробуем. Работает ли это? Да. Провокация. Да пускай даже агрессивный тот же самый взмах, почему нет? Мощный. Хотя бы надо было нечестный, но пускай будет мощный. Галина. Сделай умиротворение. Провокация. Что-нибудь, просто что-нибудь, брось гранату хотя бы. Стрелковая, стрелковая. Оглушающая граната. Ладно, забираем. Чуть позже разберемся. Пошли сюда, пороемся в мусоре. Блин, мученики, не шевелитесь. Согласно данным, только вы заслужите пожизненное заключение в тюрьме триумвиратов. В случае отказа от сотрудничества мы порвем вас как тузик тапки.
А где грелка? Тузик уже разорвал, наверное, ее, да? А может, как-нибудь договоримся, мученики, да? Что ж, мы поможем вам пролить кровь за свои убеждения. Хорошо, что вас трое. Если бы у вас было четверо, я бы, конечно, с вами уже начал по-другому договариваться. Но пока что, наверное, да. Ответ — ликвидировать это ничтожество. Ответ — мы сдаемся, нам, конечно, не подходит. Нечестный, нечестный, оглушающий. Давай попробуем оглушающая граната. Блин, это режущая сеть. Она мне доконает. Массовое очищение. Массовое очищение. Прицельное ошеломление. Слушай, давай. Лишим вот эту красную шапку уклонения, потому что она уклоняется уж очень сильно. Удар о землю. Десяточка. Одиночный, нечестный, быстрый, быстрый. Отлично. А потом можно и нечестный. Самозарядка, умиротворение. Не знаю. Давай шквал. Отлично. Подпитки, наверное, провоцирующие. Давай провоцирующие. Так, семерочка по счетам. Еще семерочка. Это не страшно. Кольт. Да сколько ж у них там сопротивляемость урону-то, а? Броня 3. Критическая сопротивляемость 39, минус 4%, сейчас попадание 50%. Прицельный. Ну, наконец-то. Давно я не видел. 4. Так, остался один, но у него полным-полно щитов. Что там, одиночный? Подожди, Коль, давай-ка посмотрим. Фугасная М, что тут? Перегруз. Нет, давай одиночный. Это самое, умиротворение. Провоцирующий. Да кто-нибудь ударит нормально, хотя бы один раз. Ставь турель. Попробуем ошеломление. И агрессивный взмах. Будем забрасывать гранатами, что делать? Пристрелочка. Наконец-то. Отмучились мученики.
технология, куча для поиска, вероятность дополнительной карты в начале хода. Да ладно, хватает карт. Медицина плюс уклонение, умиротворение, ну, в принципе, неплохие карты. Угу. Семь уклонения, 20 вызвать оглушение при попадании. Неплохо. А что у тебя там стоит, кольт? Пробой, шанс вызвать оглушение при попадании. А ну-ка, модификации, где вы? Ну, давай, наверное, поставим. Закрыть. Люди, позабавьте меня. С чего бы это было? И... Ну-ну, к чему это притворство? Я же знаю, что вы пришли сюда за координатами. Я это чувствую, мне эти данные ни к чему. А вот развлечения были бы очень кстати. Позабавьте меня, я тут кое-что придумал. Сделайте то, о чем я вас попрошу, и тогда я с радостью отдам нужные вам данные. Ладно, я выполню твою просьбу. Я не буду, конечно, позабавлю. Почему? Нам как бы и самим бы повеселиться. Я заметил, что на корабле есть два существа, дежурные офицеры. Можно сказать, которые кого-то или что-то ищут. Я дам вам... Потлач артефакт, который проявит самые сокровенные желания или самые сильные страхи. Покажите его одному из этих существ. Посмотрите на то, что из этого выйдет, и расскажите об этом мне. Правда, за пределами корабля потлач не работает, так что даже не пытайтесь ничего с ним делать, когда сыграете свою роль. Я передам вам данные. Я все сделаю. Я все сделаю. Посмотрим. Мне самому интересно, что из этого выйдет. Потопали дальше. Сканировать район. Пробой, шанс вызвать. Даже не знаю. Может, тогда заменить. У нас кончается энергия. Слушай, я на всякий, конечно, случай посмотрю, насколько у нас там энергии. Но у нас ее полным-полно-то. Полным-полно. Переживать за энергию не стоит. Можно было, конечно, и генератор бы поставить. Даже и не мешало бы. Вероятность получить прилетит при использовании карты медицины. Ладно, бог с ним. Все нормально. Так, и что мне делать? Мне, наверное, нужно вернуться, посмотреть эту область, расчистить здесь весь мусор, найти того червяка, который за мной бегал. Ловушка. Так, обезвредить ловушку. У нас есть инструмент. Уйти. Так, что тут? Оружейный инструмент. Плюс 9, плюс... В общем, плюс 15 урона. Да еще... Подпитка. Две карты подпитки. 15% урона. Ну, даже не знаю. Тут бонус критического урона. 9 урона. Нет, пускай так, наверное, и остается. Пускай так и остается. При входе в зал ваше оборудование начинает вести себя странно, как будто под действием мощного магнита в зале неподвижно возвышается существо из камня, металла и огранки. Рядом с ним висят большие камни, подготовленные для бросков. Ничего себе. Интересно, 130 кпшки. А что это? Скаломорф. Скаломорфики. Сопротивляемость оглушению 100%. 100%. Ну и ладно. Ставь охранную турель. Галина. Запускай нейротоксин в кого-нибудь. Биологические все-таки существа. Подпитка.
как бы эти биологические существа не били с огромной силой. Нет, 10 по счетам, в принципе, это терпимо. 8, нормально. Я ожидал худшего. Быстрый удар. Затем одиночный. Можно, конечно, и умиротворение, но я думаю, что... Что не надо. Турель какая-то. Осколочная граната. А что у нас там? Намагниченность. А свечка обездвижена. Намагниченность. Ладно. Десять. Каменный контрудар. При атаке 3 хода. 3 раза он будет отвечать, что ли, на любую атаку? Это плохо. Отлично, мы стреляем. Такие огромные камни, огромные булыжники, а мы не можем в них попасть. Ладно. По нулям. Конец хода. Да ну ладно. Кольт, одиночный выстрел. Так, сними с меня всякую ерунду. Массовое очищение. И с них тоже полезное все сними. Хотя почему-то с них это все не снималось. Почему-то. Ладно. Агрессивный взмах. Разозлили. Разозлили не на шутку нашего громилы. Так, частицы морфа. Мелкие частицы, взятые из останков амеобразного морфа. Это, кстати, мне нужно по какому-то контракту, заключенному ранее. 6 урона разрывной выстрел. Минус разброс при выстреле. Максимум щитов. Слушай, а вот это минус разброс может быть... Может быть, может быть... И пригодится. Обыскать. Обыскать. Сколько мусора-то? Как я могу пройти мимо этого мусора? Все забирать, все забирать. Главное, чтобы там не переборщить, и у меня хватит... О, кто здесь? Сын-квожак? Сын-квожаки, я иду к вам. Я иду к вам, сынки. Только вы, пожалуйста, не убегайте. Сын-квожак. Приготовиться к бою. Кольт. Давай-ка, наверное, с быстрого удара начнем. 9, потом нечестный прием. Все по отработанной схеме. Адреналиновая инъекция, внезапная лихорадка, умиротворение, нечестный прием. Давай-ка вот лихорадочку. Четырнадцать. Промазал. Ладно, что там, агрессивный взмах. Режущая сеть, может быть, да, почему нет? А
Альфа-стойка, что-то я забыл. А блокирует атаки, провокации на два хода, да? Очень плохо. Очень плохо. Адреналиновая инъекция. Обжигающий. Блокирует. Он блокирует. Три удара. Три удара блокирует. Давай тогда подпитка. Что-нибудь очередь какая-нибудь, чтобы сразу уже избавиться от этого эффекта. Галина, можно умиротворение, можно... Давай, нейронный шок. А у него все еще провокация, да? Агрессивный взмах. 130. Вот это эффект. Ну и мощный удар. Нейротоксин, внезапная лихорадка. Штурмовое, стрелковое, штурмовое, стрелковое. Разрушитель 16 урона. Мощный, 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 мощный. Забираем все, но воспользуемся или нет, это уже консоль с данными. Восполнить запас энергии. Сынки. Сборище сынков. Режущая сеть. Давай как-нибудь с ними побыстрее расправляться. Концентрация, концентрация. Агрессивный взмах. Вот. Черный туман. Шанс попадания, наверное, да? При стрельбе ограничен. Хорошо. Тогда будем бить. Осечка. Внезапная лихорадка, пускай будет. У нас осечка, вниз промах. 83. Мама дорогая, что творится? Кольт. Так, ну с этими-то все. С этими все. Урон минус щиты плюс урон, да? Угу. 16 урона, но щиты отлетают. Акустическая волна. Нет, ну в принципе даже может быть. Может быть, может быть и пригодится. Так, здесь урон минус щиты, бонус критического урона. А здесь 16 урона, а здесь 6 урона. В общем, на 10% урон подымется. Но это существенно же, правильно? Но правда щиты отлетят, но... Не так уж и много. Зато урон прибавим. Пускай будет так. Обыскать. Восстанавливает 4 единицы щитов за ход. Плюс максимум щитов. О, вот это хорошая штукенция. Прям кому-нибудь ее... Сопротивляемость урону. Где? А, подожди. А куда же это ставится? Щитовое ядро. Охраняющий модуль. Что-то не понял я. А куда этот модуль ставится? Укрепляющий и обслуживающий модуль.
Не понял. Секунду. А куда же он подходит? Кому он подходит? Или это технологический? Это технологический инструмент. Что ж я это самое... Расчувствовался. Надо же ознакомиться сначала с инструкцией, чем тыкать куда-нибудь. 15 оглушений на один ход. Все хорошо, но собираем. Собираем все. Потопали сюда. Вот они, зуба черви, яростно мечутся из стороны в сторону, швыряя вас обломки, приготовиться к бою. Так, Кольт, что будем делать? Что будем делать? На него-то, собственно, наверное, ничего не действует. Сопротивляемость оглушению, сопротивляемость смертоносным ударам, сопротивляемость урону. Давай, нечестный прием. Меньше червяков, меньше проблем. Самозарядка, массовое очищение, перегрузка, внезапная лихорадка. Внезапная лихорадка будет у нас. Промахнулся. Агрессивный взмах сразу, чтобы вот убрать эту пару. Насмерть. Ох, ну ты даешь, а? Перестань это делать. Может быть, тогда не их лучше убирать, а взяться за мамашу, а? Может быть, взяться за мамашу? Потому что она будет постоянно это выкидывать, вот это вот такие штучки. Прицельный выстрел. А мы потерпим, мы потерпим. Эти червяки не электрические. Ничего себе, потерпим. Я не хочу терпеть. Не бьют они не слабо. Давай-ка. Убирай их. Адский шум. Он шанс попадания, вообще просто шанс попадания в половину обрезает. Ну, пробуем. Началось. Галина, может быть, массовое очищение? Провоцирующий. Ай, опять этих козявок выбросил. Давай, нечестный прием. Прицельный. Ну, не так много хпшки-то и осталось. Там всего лишь 79. Вот, 8. Это терпимо. Это терпимо. Восьмерочка. Ответочка. Пускай будет провоцирующий. Промахнулась, да? Промахнулась, замечательно. Кольт. Неплохая очередь. Выстрел в упор просто. Ну все. Червяк. Так, ладно. Результаты боя. Оружейные инструменты. Пульсивная граната. Стрелковое оружие. Ну, забирать все-то, конечно, нужно. Боже мой, я там, я не знаю, я нагреб, у меня, наверное, не помещается уже ничего. Да, у меня все забито. Мне нужно возвращаться и все это продавать. Мне продавать надо. Куда? Мне не просто не влазит. Слушай, может действительно отправиться. Например, генератор поставить здесь. Ой, отправлюсь я. Скрытая угроза еще. Обезвредить ловушку. Уйти.
Никак не ожидал столько мусора, а так лечиться нам не надо. Продать весь хлам на 1200, продать... В принципе, продать все. Продать это все, я просто забит инвентарь всяким разным хламом, а может быть даже и не хламом, может быть чем-то ценным, но мне уже до этого ценного, честно говоря, особого дела нет. Накупить этих банок больших, потому что сколько там мы их израсходовали, я не помню. Генератор купить, что там купить, инструмент купить. Назад контракты, ничего нет. Здесь пассивное сканирование, дальность, размер инвентаря увеличить. Резерв энергии увеличить. Снижение энергии активировать. 4000 с чем-то оставим на всякий случай. Аккумуляторы заряжены. Вылетаем на партипайл. Где-нибудь здесь. Так, ну потопал я, потопал. Не могу я пройти мимо вот мусора. Ну как же... Хотя, смотри, денег уже становится очень много, и смысл в этих деньгах, наверное, скоро уйдет. Ну, пускай уйдет, когда я все изучу. Тогда он пускай уходит. А пока мне, в принципе, надо, чтобы открыть все улучшения, мне деньги нужны. Поэтому мусор я буду смотреть. И собирать. Обыскать. Обыскать. Клешни, запчасти инопланетян. Все продается. Все продается. Ничем не брезгуем. Скрытая угроза. Ну и пускай. Мусора за то, сколько насобирали. В принципе, знаешь что? Пойдем, наверное, к мученикам. Блин. Вот что значит расслабиться. Обезвредить ловушку. Уйти. Подожди, а что это такое? Ладно. Вернусь на станцию. Продам весь хлам. Вылечу всех. И назад на партипайл. Потому что сейчас мученики встретятся мне. Можно, конечно, опять как-нибудь их обойти, но... Не хочется. Так, здесь высаживаемся. Потопали. Обыскать. Заморозка наносит замораживающий удар. Может быть, даже и хорошая штука. Слушай, ну что, в бой? Мученики. А может, нет, вперед. Если что, будем сбегать. Приготовиться к бою. Их четверо. Все бы было бы хорошо, если бы их было трое. Но их четверо. Даже не знаю. Попробуем быстрый удар. Попробуем нечестный прием. М-
Блин, будут бить больно. Будут нас бить больно. Я чувствую прям эту боль и страдания. Сбой карт оружия. Может быть. Может быть. А может быть усилитель восприятия. Нет, попробуем перегруз. Блокировало это все? Нет, нет. Нормально. Карты оружия недоступны, два хода. Оглушающий, провоцирующий, агрессивный удар о землю. Будем бить о землю. Так, хорошо. Что будем делать дальше? Временный, одиночный. Ну, все-таки, наверное, электрический. По щитам дополнительный урон. Только в кого пулять-то? Сейчас будут красные эти шапки бить. Давай сюда, наверное. Дополнительный урон по щитам нам не помешает. Промах. Молодец. Молодец. Ты смотри как. Галина. Я не знаю. Если они не начнут стрелять, будет, конечно, больно. Давай так. Давай так, что ли. Блин, уклоняшки. Вот эти вот уклоняшки ихние. Агрессивные, агрессивные. Пробуем агрессивный, конечно. Одиннадцать. Кольт. Нет, одиночный выстрел, наверное, надо заканчивать. Надо заканчивать. Когда их двое, уже проще. Блин, вот ну, бьет сильно прям. Вот смотри, еще один выстрел такой подобный, и может быть смерть наступит. Поэтому играться тут особенно нечем. Будем умиротворять-то. Будем умиротворять. И провоцирующий удар. Кольт. Ну, у нас нет карты ближнего боя. Давай охрану турель выбросим. Хотя бы, может быть, как-то она будет отвлекать их. Умиротворение. Давай так. Гранатка. Ой, начинаем усиляться. Адреналиновая инъекция. Все, громилу мы подзадорили. Нормально. Давай, провоцирующий. Давай еще. Раздали, в общем. Раздали. И нам вообще капелюшку не хватило до 8 уровня. Шанс смертоносного удара. Технологический. Оружие инициатива. Оружейный инструмент. Энергетический клинок. Уклонение броня. Урон. Щиты отнимаются. Стрельба вслепую. Большой разброс при стрельбе вслепую. Слушай, они так уж и страшны, эти мученики. Так, консоль мне нужна.
Вот аккумуляторы, куда мне их ставить? Спасибо, да, пожалуйста, теперь заряжусь. Возьмите это в знак благодарности, пока я не ушел в ядро реальности уйти. Убийственный разрушающий уничтожитель. Получено быстрый силовой кулак. Новый уровень, новые способности. Обалдеть. Что там нам перепало-то? А, вот, убийственный разрушающий уничтожитель, да? И быстрый силовой кулак. 11 урон, инициатива. Слушай, а это может быть даже этот кулак и пригодится. Хотя, может быть и нет. Наверное, нет. Не пригодилось. Ну и что? Зато у нас новый уровень. У нас 2 очка способностей. Кольт, что мы с тобой будем делать? Я даже не знаю, что с тобой будет. Быстрое ведение в бойбу для всех работ слух. Эксперт по переработке. Возврата. 10 вероятность возврата. Давай так. Не знаю, опытный собиратель, поиск ресурсов, трансформация энергии, откачка. Давай так. Галина. Вероятность взятия карты при наложении на санитара усиления и ослабления. При очистке биологических врагов дается 40% шанс вызвать у них оглушение на один ход. Неплохо, неплохо. Неплохо. Массовое ощущение добавим. Знание анатомии добавим. И применим это все. А, бац, наверное... Рубящий удар. Атаки в ближнем бою по основной цели наносит 10 урона оружия соседним целям. Эксперт по щитам восстанавливает 3 единицы за ход. Удар о землю и регенерация щитов. Применить. Все. Все. Закрыть КПК. Что там с этими... Показать им что-то нужно, да? Говорить... Здравствуйте, есть ли новости, Тобиси? У меня тут одно устройство, возможно, оно как-то связано с этим делом. Аму смотрит на экран потолоча, внезапно он замирает и начинает что-то бормотать. Вы не знаете, что он видит, слышит, но очевидно, что это крайне неприятное. Что бьет дрожь, затем изображение исчезает. Теперь я понял. Этот Тиоки во всем виноват. Из-за него я упустил повышение по службе и застрял здесь. С ним на этом космической помойке ищу кого-то, мелкого преступника, которого никто толком не видел. Это просто смешно. Почему я должен отвечать за его ошибки? Я улечу с этой развалюхи на нашем корабле, а Тиоки пусть гниет здесь. Мне плевать, если увидите его, передайте ему. Скоро все узнает, почему он одной ногой в могиле. Будет ему урок. Уйти. А второму ничего не надо показывать, рассказывать. Я ищу подозреваемого. Офицер попросил передать. Скоро все узнают, почему вы одной ногой в могиле. Он что-то сказал вам, и вы хотите мне это передать? Да. Подлый ублюдок. Неужели он разболтал про тот случай на патрулировании? После этого они отправили меня сюда с ним в качестве напарника? Больше я с ним работать не буду. Лучше уж уволиться или сделать его жизнь невыносимой. Нужны какие-нибудь обвинения. Скажу начальнику, что Амус крадет казенное имущество, пользуется служебными положениями и подделывает бумаги. Вот как я сделаю. Он еще пожалеет о том, что сделал со мной. Его уничтожу. В общем, внесли мы какую-то сумятицу. Мне надо вернуться. Мне надо вернуться, мне надо использовать...
Если вы видите кошмар наяву, то что-то вас погибает. Что именно убил этот кошмар? Он убил дружбу между Амосом и Токи, всколыхнул в них чувство стыда и гнева. Какой драматичный финал. Кошмар вызвал у этого офицера такую душевную боль, что тот выплеснул ее на своего напарника. Лучший способ причинить страдания – это избрать своей целью слабых и беззащитных. Это было забавно. Скачайте данные местоположения, я отдаю их вам. Живи в страданиях, человек. Живи в страданиях, человек. Что? Улетаем? Лечимся, продать весь хлам, продать все, что нашли. 6000. 6000. Что там, губернатор? Мы загрузили данные с реликта Party Pile. Любопытно. Старые консоли на реликтах порой весьма занятны. Похоже, их создатели выстраивали в них систему личности. А может, за тысячелетия одиночества консоли сами ее в себе развивали. Так или иначе, у них есть желания и причуды, которые нужно выполнять, чтобы получить данные, как в вашем случае. Прекрасно, я передал эти данные нашим ученым. Что-то еще? Что там насчет доступны новые реликты? Получены достижения величественные памятники. Благодаря достаточным вам данным, ученым удалось выяснить местоположение еще одной группы реликтов. Они больше и опаснее предыдущих, но я верю, что вы справитесь. Контракты, ну про контракты ничего мы не знаем. Мне пора уйти. Мне пора уйти. Появился новый контракт на 1800. Хочет узнать о судьбе своей экспедиции из реликта Кандукана Хикари. Взять, конечно, контракт. Я просто хочу посмотреть, сколько реликтов. Ничего себе. Начиная с вода, звезда Кадакуна Хикари. Этот реликт 7 уровня. Этот 8. А ночная звезда вообще 9. Поэтому мы сейчас все это закрываем. И встретимся, наверное, уже в следующий раз. Надо как следует познакомиться. Подготовиться к этому всему. В общем, спасибо, что смотрели. И пока-пока. До новых встреч, конечно.